Привет, ребятки! Вы на канале Duda Play. Мы играем в Stick War Legacy игрушку. И остался у нас последний рубеж. Финальная битва. Когда все наши враги объединились и хотят нас уничтожить. Но мы не дадим им этого. Сейчас быстренько будем строить, работать. Тактика. Понятно, что делать. Вот. Поэтому... мы попробуем это все решить, вопрос. Делаем первого бойца. Сборщиков у нас 1, 2, 3, 4, 5. Значит, надо еще 6 и 7. Так, на нас напали. Первый наш боец, он, скорее всего, погибнет. Да, это так и есть. Так, давайте все быстренько по домам. Выходят лучники, стреляют. Мы тоже лучников делаем. И сейчас всех подожди, в смысле, алло. Вот так, да, получается? А если мы убегаем назад, то выходят эти лучники, стреляют. Хорошо. А давай пока так. Ага, эти прибежали, смотри, гады. Давай еще побольше лучников соберем. Сейчас их высечем сразу же. Вот так, все. Поехали быстрее собирать золото. Еще бегут. Ага, ничего страшного. Да ты смотри, какой ты умный, а, прибежал. Сейчас я тебе накостыляю, подожди. Хитрый какой, а? Гад. Все, давай, ты давай, домой беги. Ай, убили. Что у нас там по войску? Вперед, конечно. А вы что не работаете, ребята? Давайте быстренько приступайте к работе. Так, давайте, стрелочники, фигачьте их. Вот. Выносите. Вот, хорошо. Сейчас соберем. Надо, короче, заработать максимальное количество денег. Так, все, назад быстренько, назад. Одного все-таки убили. Это очень плохо. Нападаем. Они еще и стреляют, смотри. Гады. Все, вынесли. Этого тоже сейчас. Если этот не убежит, мы его вынесем. А нет, смотри, он не убегает. Смотри, он воюет. Да ты че? Да сколько вас там? А, они меня поразили. А где наши ребята? Их вообще нет никого, прикинь. Что-то я что-то делаю не так? Не понял. Отходим назад. У меня всех рабочих убили. Сколько? Раз, два, три. Трое рабочих убили, нифига. Все, поехали работать все. Да ёшки-моталки, сколько вас там бежит, а? Смотри. Он на моих работников нападает и все. Еще бегут. Так, ладно. Так, сколько рабочих у нас? Двое. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. А, ну давай, не-не, бегите назад, бегите вперед. А, нет, назад, 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 нафиг. Все, а теперь вперед. А, надо будет больших таких монстров создать. Но сначала максимально раскачиваем мы, естественно, этих ребят. Они бесполезны, вот эти, по правде. Мечники вообще бесполезные. Тут надо стрелочники и вот этих монстров потом мы создадим максимальное количество. Но сначала нужно максимальное количество золота насобирать. А работников вот этих вообще мало. Все, поехали в бой. А, я вызвал не тех. Надо было мне этих вызвать. А я с мечами повызывал зачем-то. Ну пусть бегут с мечами. Вот, уничтожайте. Так, ладно, отходим назад. О, смотри. Давайте, убивайте их всех. Но мои стрелочники, видишь, молодцы. Все, отходим. Сколько у нас рабочих здесь? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь, да? Надо восьмого. И этих стрелочников. Так, пошлите в бой. В атаку. В принципе, все нормально. Как бы да. Сейчас этих уничтожим.
Все, эти пали. Эти начали опять стрелять. Все, отходим. Зарабатываем деньги. Тут нету промотки, да, вперед, чтобы я промотал. Все, нападаем. Создаем лучников. Нам нужно прям такую бригаду, наверное, большую лучников сделать. Вот, видишь, как мы их выносим. Так, назад сразу отходим. Опа. Промахнулся. Ну все, теперь нападаем опять. Выносим их назад. Теперь сами уходим назад. Все. Сколько рабочих у них? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Еще одного рабочего надо. Так, сейчас этих лучников побольше. Все, давайте побежали. Побежали, нельзя им оставлять времени на зарабатывание денег. Вот, чтобы золото они не добывали. Мы их будем уничтожать. Хорошо. Так, все, отходим назад, бегом. Так, по пяткам ударили. Ну, все нормально. Угу. Все, нападаем. Сейчас надо будет у этих монстров... Ну, денег пока нету. Сейчас на... деньги только на одного монстра, это очень мало. Поэтому ждем, пока соберем побольше денег. Так, отходим, отходим, отходим. Хорошо, что у нас еще деньги приносят... сама статуя, она приносит деньги. Сейчас я посмотрю. Вот, сама статуя... Статуя, она сама деньги приносит. 80 золотых, но... Все равно деньги. А что здесь у нас происходит? А, лучники прибежали. 4000 у нас, но это все равно мало. Угу. Все, отходим, отходим, отходим. Нам нельзя погибать, зачем это надо делать? Все. Лучников у нас много. Нормально, достаточно. Я больше лучников делать не буду. Потому что смысла нету большого. Сейчас нужно монстров делать больших. Вот. Видишь, сколько стрел. Стрел-то дофигище получается. Так, все, отходим. А, внимание, враг вызвал подкрепление. Это не очень хорошо. Это не очень хорошо. Да. Ладно, ну мы сейчас их уничтожим. Как нефиг делать. Оп, отходим назад. А нет, все, убили. Убили, хорошо. Ага. Так, мне не нужно, мне нельзя статую уничтожать. Потому что я еще не создал очень много этих монстров. А у меня что, деньги закончились, что ли? Давайте золото добывайте, сидите. Так, этот вызвал своих. Так, это нельзя тоже допускать. Давайте этих монстров увеличивать, все. Мы выращиваем монстров, хорошо. Этим тоже не будем давать возможность. Все, отходим, отходим. Все, деньги зарабатываются. Мы увеличим побольше монстров, да. Здесь в этой тактике нужны монстры. А, смотри, волшебники появились. Ага. Сейчас, подожди, волшебник. Все, убили. Волшебник это вообще бесполезный. Это бесполезный герой. Он стоит дорого, как и монстр. Практически, 1200-1500, да. Практически, как монстр стоит. А силы у него очень мало. Его убивают очень легко. Смысла нету. Давай еще раз нападем, сейчас этих уничтожим. Вот, видишь, у них где-то деньги-то тут-то они берут. Хотя, в принципе... А, все-все-все, не надо. Не надо уничтожать вот эту штуку. Нам нужно побольше монстров. Великанов, то есть монстры, великаны. Эти сейчас последнюю шахту добудут золото. Вот, и у нас, видишь, сколько... А, все, максимальное количество мы не можем больше, да, создавать. Ну, ничего страшного. Потом они начнут уменьшаться, и мы будем их развивать, в принципе. Все, пошли. Пошли. Давайте бегом уничтожать их. Попробуем. Да, все, уже больше не можем. А лучников? О, можно лучника одного создать. Хорошо. Все, уничтожаем. Это дело. И тут у нас появляется монстр, да?
Вот он, монстр появился. Но! Это еще маленький монстр. Великан, то есть. Вот там, видишь, сзади, он вообще какой огромный. Вот, и он их фигачит просто как нифиг делать, смотри. Нам нужно побольше этих вызывать. А, нет, в принципе, нам нужно монстров делать. Ой, он столько много монстров убьет, давай назад нафиг. Он целую толпу монстров убил, прикинь. Так, быстренько, срочно нападать. Ух ты. Стрелять. Давай. Нет, он его сейчас зафигачит. А у меня что, этот монстр один был? Ёшки-моталки. У меня монстр-то один был. Где монстр? Больше монстров нету, офигеть. Ну, ждем. Ждем. Кого он там? А, он этих, он работника моего мочит. Ой, дурачок. Все, кранты тебе. Тап-тап-тап, нажимай, да? На тебе в глаз, молодец. Все? Погиб? Мы выиграли, ребята. Вот так. Офигеть. Да, только монстрами можно было бы убить их. Все, готово. Прошли на сложности обычно. Время потратили 82 минуты. Общее время 89 минут. Да, игрушечка очень коротенькая, я так сказал бы вам. Маленькая, коротенькая игрушечка. Ну, прикольная. Да, концовочка тоже такая необычная. Ну что ж, дорогие друзья, большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем до новых встреч. Всем пока-пока.